Некоммерческие организации, которые оказывают социальные услуги, в следующем году получат бюджетную финансовую поддержку. Об этом в своем послании заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что волонтерские и благотворительные движения стали особой приметой нашего времени. Только в Тюменской области зарегистрировано больше 2000 НКО. Участие в социальных проектах формирует в стране особую атмосферу общих дел, уверен президент. Активную позицию неравнодушных людей нужно поддерживать. Согласны с такой позицией и тюменские депутаты. Вопросы, связанные с патриотическим воспитанием, в последнее время большее значение стали приобретать. Он сказал, что нужно восстанавливать справедливость, воспитывать, например, нравственности и общественных интересов. Честно говоря, у нас последние годы про общественные интересы очень мало говорили, в большей степени говорили о интересах каждого человека. И вот это, мне кажется, несколько даже новый акцент, который прозвучал в выступлении президента об общественных интересах. Теперь правительству и парламентариям предстоит разработать необходимую правовую базу.